Этот военно-патриотический слет уже 21-й по счету. На соревнования заявились 9 команд, в основном из Петрозаводска, но приехали ребята и из районов республики, возрастом от 14 до 21 года. На равных в соревнованиях выступали как юноши, так и девушки. Этапы в основном направлены на начально-военную подготовку. Но есть и даже такое испытание, как вождение. Автошкола ПТЗ будет проводить как раз этот этап, где ребята впервые смогут попробовать свои силы вождения автомобиля. Всего нужно было пройти 9 этапов испытаний. Среди них установка палатки, стрельба, сборка-разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова. И строевая подготовка. Основная цель слета – выработать у ребят навыки работы в команде. Многие из них – воспитанники военно-патриотических клубов и приезжают на соревнования не впервые. Мы занимаемся практически тем же, что сегодня будет на соревнованиях. Ну вот сборка-разборка автоматов, стрельба, теория, тоже медицина. Выдвигаемся на соревнования разные, на экскурсии. Слет организован в рамках проекта «Юнармейская смена» при поддержке грантов главы Карелии. Алексей Неживенок, Станислав Шведов, служба новостей.